полностью свои. Главное, стопайте каст. У вас должен в фокусе быть босс. Ну и в луже поменьше стойте, не напрягайте хилов. Лучше с бачка побить босса. Что там у Протеуса? Моб застыл. Максова, по-моему. Чё, Геры-то нету? Геры не было вообще. Геру юзай? О! По БРам у них еще КД, да, наверное? Вот видишь, без фреймов играю, мне хотя бы грид нужен, раз я релить начал, блядь. Ну и воду может настроить только рыжий. Я с этим это. Что там, моб застыл. Но сова вроде уже играет. Нехиль. Нахер их мага. Завали нахуй. Я такое не люблю, когда кто-то так сидит. Я думал, трогу удобно. Давайте роги БР, кто не сливал тогда, что поделать. 3 минуты, когда? Опять рога в ковше, а у роги прожимок нету, да? Тотем пошел шамановский на ману. Ваза прохильте ДК. Нельзя потерять. Да, зеленка, не злыбка. Моб застывший пишет. Это новый моб, я надеюсь, вышел? Или вы проебали моба? Он снова как будто как новенький.
Одного завел, одного Прохил. убейте. Одного убейте. Прохил. Стоп каст. Полтора осталось. Ваза прохильте. Главное, по мане, что там у них. Стоп-каст. Что-то у Ваза сейчас проебете, чуть не проебали, жесть. Какой-то дамаг был сейчас бешеный. Вар от страха на ХП кричит. Я ответственного не, чуть не проебал. А похуй на боёшки, роль типух. И плечи, блядь, мои, нахуй, которые мне надо, но придется отдать палу. Да это не стандарт. Ну, я отдам палу. Отдам палу, я. Я знаю, что это хулипало. Трансмок, но трансмок. Идем на острокрылую. Жарить дварфов точно не будем. Как-нибудь потом. Фул льде, как минимум. Так. У Протеуса есть ДД? Класс, спек. А чё? Трэш. Вар выдержит, если ДК в ДД. У Вара есть стан массовый, у Вара прожимки там. Окей. Мэриленд, нажмешь гарпуны? Да. Что ты хотел сказать, Войт? Не стоять в синей залупе? Он 15к где-то ебашит. Ну все, тогда я запускаю. Все принимали. Бьем трэш. Он сейчас нихуя настреляет. Ебать. Вы что не хилите-то? Сейчас поднимут после трэша. У вас сдох и кто-то еще.
Нихуя она тут харкает, это что такое? Да это пизда. Это... Че она так больно бьет? Что за магия, которую она бьет? Не лед ли случайно? Это называется каст ледяной, этот огненный шар по-любому. Это огненный шар, да. Хуя себе там харчки. По 12, по 14 вроде взял. Че, будем в трихила тогда? Главное тогда убить до берсы просто. Че, я релогнусь, что-то баг какой-то. 11 хп. У кого там 11 хп, если что, я мамонта поставил починиться. Ага, сейчас. Все, починился. А может паладину дать кулаки, а я бафну каску на 8%. И крик на хп будет. Короче, каску оставляй на друидах, каску оставляй. Короче, всю свою пати оставляй каски. Пробафай первую группу кулаки, все. ДК рога и вар. Все, он бафнул кулаки, я даю каски 8%. Чекаю на готовность. Шаман есть, тотем есть. Да. Все готовы, запускаю. Бежим сразу в центр. И еблом не щелкаем. Мобы вышли. Танк, ДК, не спите, прожимайтесь, если вас больно бьют, что поделать. Косты пытаемся кикать тоже. Вот молния идет. Мне кажется, он... Блядь, дозорные стоят в луже, нахуй, не хотят двигаться, блядь. Притяжка, удушение, нахуй. Вон новый пактриш. Батьки впитывают, конечно, нахуй.
гарпун кто-нибудь, тыкайте, тыкайте уже гарпун. Маг, блинк, я не знаю, кто-нибудь. Что? Трэш слови, вар слови, трэш. Трэш. Да трэш варды подержал, пока босса поиграете. Да, она еще отброс сейчас. И дыхание пойдет в ДК. Зеленку там что-нибудь. Вот крылья пошли. Это аккуратно трэш в луже. Так. Вышел здоровый моб. 300к. Первый раз вышел. Тыкайте, наверное, еще гарпун, тыкайте, чтобы эта хуйня не призывалась трэшем. Маны нет. Ну, потому что это первый трай, только нормально уже, более-менее. В начале крылу не играли, когда она первый раз приземлилась. Данич, Рога. Плохо забрала. Не успел добить. Ну, она в луже еще появилась, и вертуха не вовремя. Ух ты, ебать, Лара сложила. Ну, можно впадать, мне кажется. Не тратить БРы пока, упасть. Ну, как сказать, жестко. Первый трай, можно так сказать, полноценный. Сейчас в дракона будет больше ДПС. Если успеем перевести, чтоб хилы не высохли, то потом уже на 50% геру даем и будем надеяться, что убьем. Я всем хилил, чтоб никто не сдох. Я все, всем, что можно нажать, я все нажимал.
Конечно, конечно. Все готовы? Можете сесть на маунтов. Я нажимаю кнопку, и мы бежим в центр. Ты каски раздал всем? А? Че, у тебя каски нету? Зачем вы тогда принимали, если чего-то нету? Он кулаки раздал. Я говорю, ты дал каску? А, точно, даю каску. Но я, наверное, сейчас собью заебаться каску, блядь. Поебать, короче. И по поводу часового, здорового моба, особенно рога. Увидишь, что он вихрь крутит, в пизду, короче, отбегай. Первый гарпун всегда можете нажимать сразу, второй по команде. Аккуратно лужа. Второй можете нажимать, пока трэш не вышел, если успеете. Жми, пока не вышел. Все, веди трэш под босса пока. Давайте фулл ДПС в босса. Босса ДПС. Ну вот сейчас уже норм. Мы уже лям снесли, а до этого там 1200 нахуй. Горел с кнопки. Часовой. Пытайтесь его быстро убить. Съебись, блядь, отсюда. Не трогай меня вообще сегодня. Чтоб я тебя не слышал. Чтоб я тебя не слышал. Иди убейся, значит, блядь. Пушка появилась. Жми, пока не вышли. Все, подводи к боссу, трэш потихоньку. Играем в босса. Танков просто прохиливаем.
Наверное, будет еще одна. Желательно одна. Может, две даже, но мы успеем все равно. Берса еще далеко до берсы. Заебал с этими лужами. Через 40 секунд можем ее спустить. Шуману каску дайте. Я нажал нахуй. Пусть мало не тратит. Дэнчи фаркнули, поднимите дэнчи. Визирь поднял. ДК прохильте. ДК упал, вар забирай. Два жестких моба, я не знаю, садить ее, не садить, но мы можем уже посадить ее. Сади тогда, давай, сади. ДК, танк. Пал порога, можешь дать кулак или каску. Сейчас. А. Даю войско. Покалейте. Кто-нибудь к рычагу подойдите, запускайте гарпуны, пока не вышел еще пактыш. Забейте на трэш, давайте босса. Вас за никто, да, не подымет. Кончились БР. Сколько у нее сейчас процентов осталось? Немножко удивился, как у нас Рестер Шам поставил тотем, никому не сказал об этом. Опять умер. Походу мы не доживем до 50% даже. Ну, мы можем дожить еще до гарпунов, но мне. Архил Данч. У нас как бы вроде все нормально было, и потом что-то пошло-поехало. Один упал. Ну, вас, походу, с концами ушел. Че, ты пойдешь в рейд? Рофлан.
паспорту, походу, ушел. Что-то он написал. У нас хил отвалился. Он написал: не, я минус, хилом не буду. И все. А разрушитель, он легче изи-мод, чем острокрылый? Паспорту, походу, увидел, какая тут туда на сиру сел, наверное, охуел немножко. Как по мне, лучше РДД пати стараться. Не совсем дело. Не, сават. А не, стори. Кто профитней по хилам будет здесь? Допустим, если бы Настя пошла, они бы в два хули пала. Отхилили бы это все, как думаешь? Ты сейчас хочешь оставить Иршама и Холипала, да? Ну, можно попробовать, можно. От Ирдру тут сам знаешь, мало толку, ну, блядь, они быстрее по мане сядут, но ДПСа больше. У нас больше шансов перевести на 50% побыстрее. Бабка Яга еще КД не повесила, надеюсь. А Гримар. Ладно. Чё-то с турбоёжиком делать? Походу идти сумонить его надо. Плюс один со мной тогда. А то он в громовом утёсе. Всё, со мной рога пошел, этого хватит. Бля, я всё забываю, что можно на маунтах ТПшиться. Он просто проспект спрашивал танка, но у меня капа дефа нету, поэтому по мне заезжать будет. Можно вопрос? А если мобу подвести к этим ребятам НПС, что стоит возле входа? Они будут типа допомогать.
Да, проще делать это магу, потому что первый гарпун легко нажать, а когда нужно второй нажать, он делает быстренько блинк и нажимает его. Я понял. Просто вся суть гарпунов в том, что первый гарпун жмется сразу, а второй, когда я говорю. Второй мы жмем так, чтобы не вышел лишний трэш. Успеть нажать его надо, короче, после трэша. Нам надо просто смотреть. Выгодная ситуация должна быть просто. Так, по поводу бафов тогда. Ретрик, кулаки МП5. Вторая пати, всем можешь МП5 давать, кроме самого себя. Первая пати кулаки. Холипал, каски. И один у нас резист на лед стоит уже, другой делаете на огонь резист. Ну, депонатор каски, а турбоёжик кулаки дай всей первой группе и самому себе. Остальным кресты. Варкрик на ХП. Инта есть. Шаман с тотемами, смотри сам. МП5 тебе дали, можешь заменить тотем. Вроде все. Метки ставить не буду к гарпунам, просто покажу. Вот где я сейчас лужу кинул. Пытаемся здесь тусоваться, не дальше лужи. Я тогда пуляю, все готовы были. Войд тоже смотри, наблюдай. Это да, это быстро прохиливаете. В принципе, когда один моб выходит, это даже плюс. Он один всего лишь, и от вихря можно отойти. Вот вихрь пошел, особенно рога, может отойти. Вышел большой. Сейчас он подойдет тогда. Первый гарпун я уже нажал, второй будет через 20 секунд. Я не помню, успеет ли выйти трэш или нет. Да, гриб сбил каст, кстати, я проверил. Мак, жми тогда гарпун. Жми гарпун, как только он станет активный, сразу жми. Жми, жми, жми. Все, нет, не успел. Он успел нажать. Full DPS. Да, там лужа справа, бок аккуратнее. Уже постоял не нахуй. Уже больше ДПСа, уже лям 200, может даже сейчас лям 300. Лям 300 уже больше.
Так, ну еще один пак трэша выйдет. Сейчас этот гарпун я сам могу нажать. Второй гарпун будет через 20 секунд. Также маг, если что. Ближе всех к гарпуну стой. Трэш, трэш далеко, танчите танки. Опять начали уходить подальше. Маг уже к гарпуну. Маг уже к гарпуну. Бросай все. И тыкай его, как сразу сможешь. Все, он тыкнул. Сейчас на трэш забивайте, бейте босса. Трэш под босса. Так, у нее 4 ляма осталось. Сколько это в процентах? Так мы даже без гера, получается, переведем. О, походу маг распишет фак. Вот этот трэш поближе давайте к тотемчикам, где нет луж. Первый гарпун я тыкну, видите пока. Второй будет через 10 секунд. Маг наготове. Часового. Маг гарпуну. Это вайп, походу, да? Шаман Геру тыкни, да-да-да, а он просто хилит же еще. Когда я пишу? Ну, пока еще живут, пока еще живут, как бы. Если сова еще похилит как-нибудь, мы проживем. Ну, осталось всего лишь лям. Сколько там у ДК уже стаков? ДК есть зеленка? Бля, вар, держись. Пол ляма осталось. Вар умер, ДК тоже сейчас умрет. 300 тысяч не добили. Ебать. Рога умер. 200 тысяч. Не злыбку нажал, нахуй. Давайте, пацаны, я вас верю. Давай. 30к. Изи. Изи рилток. Да, ништяк.
Так ткани в посох и башка еще. Посох. Ой, блядь, пояс, нахуй. По идее, только магу, чё, не надо, что он не ролит? Может, кому-то надо? Еще раз. Ну, сове, там крит. Башка там, крит РПБ мне не нужна. ВАЗ 96. Так, что с роботом делать? Так же идем. Два хила, два танка. Так, а третьего хила так и так нету, как я понимаю. Их надо первым, да? А то они хилят эти мини-дживсы, короче, большие дживсы, так сказать. Да, вспомнил. Ну, первую будем звездочку заливать, а потом уже треугольник. Кстати, упала турбо. Вкачан кулинар? Не вкачан. В зимоде нету, да, искры, нету черной метки, просто трэш. РДД бьют бумботов, хламоботов мы, походу, как я видел, они бегают как ёбнутые, мы их не убьем. Танки? Пуляете? Оф, он без каста сделал. Не было каста. Либо это. Звездочку почти добили. Нет, техника надо добить, но. Вот, каст пошел. Блять, у меня грипп КД. Сука, техник на краю стоит. Сейчас грипну его нахуй. Не, все-таки самый ебанутый трэш это, когда к Мимирону идешь. Помнишь, да, трешак с Мимироном? Он еще под текстуру ушел. Хорошо, что его доты добили. Блять, почему? Я групповую забыл сделать. Кто там? Ну, инженеры есть, если еще сломать. Идем дальше, налево. Тут тоже два техника. Первую звездочку. Потом уже три другого техника. Не могу его накликать, блядь. Накликал. Потом. Да, звездочку, потом кружок.
Каст проебали. Ну ладно. Грипнул. Он отпрыгивает, короче, и ебашит, походу, куда прыгает. Либо откуда прыжок делал. Вот самоуничтожение сейчас хорошо, будет. Да, сам, это 20к уничтожение. Это, короче, надо было каст сбить пауку самоуничтожение. Ну, смотри, арбитафию реально сделать. Ты сам видел, каличи и топол хп снесли. Так что про арбитафию давайте не будем, нахуй. Тактика. Тактика. ДК просит тактику. Вот где босс стоит, ты там же его танчишь, только сейчас он ебалом на нас повернут, а ты его поворачиваешь наоборот, туда, в ту сторону, да, на лестницу. Ты постоянно танчишь босса, вылазит сердце. Сердце доводить до 50% надо? Это у босса, да, у босса. А само сердце надо бить до 50%? Понял, на 75 понижаем сердце до 70. Правильно? На 50 понижаем до 50. Да-да. Они очень быстро передвигаются, их не успеем убить. Желтую просто надо поближе к танку нести, к ДК, но чуть-чуть от рейда в бок встать. Искра спавнится, ДК танчит на себя искру. Либо вар. Ну, все понял. Ближе к лестнице подведи его, еще назад иди. Еще. Хватит, в принципе. Черная метка на танке. Алдуин должен отойти от других, либо вы от него.
У меня процентов нет. Вот это хуёво. Вон бомбочки ходят. Сова, маг. Куда ты будешь? Ты к боссу веди, к боссу веди. Книг... Ну, приоритет трэш, приоритет трэш. Босса пока не трогайте. Трэш бейте. Турбоёжик, тёмная метка. Дефонатор. Сердце до 50 надо. Так, сердце можно забить хуй. Пойдем потрашим. Мы сейчас могли вдвоем убить первого босса. Как-никак, триня. Топот пошел. Прожмите не слыбку. Так, ну сейчас будет последнее сердце, на нем Геру тыкнем. Сейчас. Ну смотри, каст уже доходит до конца. На меня уже орут, что поздно.
Так что на сегодня все, можно расходиться. А чё я?